Всех вас, дорогие отцы, братья и сестры, поздравляю с праздником Рождества Христова. Подобно тому, как волхвы последовали за звездой, которая привела их к Вифлеемскому вертепу, мы последовали за той путеводной звездой, которая привела нас сегодня в этот божественный храм. Каждого из нас привела эта божественная звезда. Кто-то узрел эту звезду на заре своей юности, кто-то обрел ее в зрелые годы. Но все мы здесь потому, что Господь нас сюда привел. А привел Он нас сюда для того, чтобы мы ощущали Его присутствие среди нас, чтобы мы чувствовали, что Он в нашем сердце, чтобы мы чувствовали и понимали, что Он всегда рядом с нами, что Он никогда нас не оставляет, в том числе в наших испытаниях, скорбях и бедах. Поэтому сегодня, в праздник Рождества Христова, возблагодарим Господа за то, что Он рядом с нами. Возблагодарим Его за все милости и щедроты, которыми Он изобильно нас одаряет. Возблагодарим Его за то, что Он заботится о нас и о наших близких. И будем просить Его о том, чтобы Он помог нам пережить те трудности и испытания, которые выпадают на нашу долю. Будем просить Его о том, чтобы Он своим небесным заступничеством всегда сопровождал нас на нашем жизненном пути, чтобы Его помощь и милость покрывала наше Отечество, наших близких и всех, кто на Него надеется и на Него уповает. С праздником Рождества Христова! Пусть радость об этом празднике войдет в каждое человеческое сердце, в сердца тех, кто находится здесь, в сердца всех наших близких. Принесем эту радость в свои дома и будем жить ею во все дни нашей жизни. Аминь. Спасибо. Храни вас всех, Господь.